Чуть больше тысячи сургутян приняли участие в митинге и концерте в поддержку специальной военной операции на Донбассе. Мероприятие прошло на площади Советов. Среди тех, кто пришел выразить свою гражданскую позицию, представители градообразующих предприятий, общественных организаций, добровольческих движений, политических партий. Буквально 4 часа назад вернулся домой из Мариуполя. И хочется сказать, наверное, одно. Давайте не допустим нацизма на нашу землю. В то время, когда наши военнослужащие стоят на передовой борьбы с нацизмом, в то время, когда наши военнослужащие пытаются предотвратить вот эти вот создания фейков, давайте не допустим, чтобы эта беда пришла на нашу землю. Давайте поддержим жителей там, поддержим нашу армию.